ходить в машині. Thank you.
Авария под Крымским мостом. Именно под мостом, потому что это происшествие на Москве-реке. Там в мост врезалась баржа. Эти кадры нам прислали телезрители. И вот какой комментарий автора видео. Несоблюдение надводного габарита одного из теплоходов привело к столкновению теплохода с мостом. В результате у моста кое-что оторвало. Вот оно, это кое-что. Кое-что оторвало. У моста кое-что оторвало, и мы его сейчас видим. Ну, подробности все-таки этого видео мы обязательно расскажем в ближайшее время, когда выясним, да, кое-что это что. Жестко, Валер, на Варшавке авария, он вообще же парик. Блядь, труп, ёбаный рот. На этой хуйне без номеров, блядь. Пиздец, блядь. Ой, блядь. Вон он, труп. Ой, бля, так вот. Это у вас прям на мосту. Открытый, видишь? А, вот еще один. Я пиздец. Пиздец.
Ух ты! Вот фура стоит. Да. Конкретно он перевернулся. Бля, мясо. Ё-моё.
Мотоциклист, короче. Просто ебать, ты прикинь. Охуеть. А вы не видели, что произошло? Да мы ехали, смотрим, машина перевернулась. Это. Пиздец. Вон таксист ударил в бок. Это, непонятно, кто кого виноват будет. Кто кого подрезал. Жесть, короче. Ты куда нахуй смотришь, бля? Не видишь, что ли, бля? Куда, как я не вижу? Я еду нормально. Я оттуда ехал, вообще перед моим глазом что-то. Он оттуда ехал. Да, он оттуда я ехал. Блядь, я так и думал. Охуеть. Я в ахуе, просто пиздец. Ебать. Сейчас подал на другую. Thank you.
А никто не сгорел? Не знаю.